Там я слышал, ты кто-то мне выкрикнул такой вопрос: а ты воровать не будешь? Хороший вопрос. Но как вы думаете, буду я воровать или нет? Наверное, нет. По-разному посмотрим. А, вот смотрите, я стою здесь, я кандидат, и мне, ну, я уверен в себе. Я знаю, что я отличный парень и что я не буду воровать. Но должны ли вы мне верить? Власть портит людей. Власть портит людей. И один известный человек сказал, что после 10 лет у власти любой сходит с ума. Кто это сказал? Путин. Что, ну как бы, если мы его цитату примеряем на него самого, получается, что страной уже в течение 7 лет правит. Сумасшедшие. Так, так и есть. Они реально посходили с ума на теме денег, на теме привилегий, на теме своей вседозволенности. Ну я сделаю простую вещь. Первое, я знаю, я согласен с ним, что сходит с ума. Даже не после 10 лет, а после 8. Поэтому я становлюсь президентом. Я сокращаю президентский срок обратно до 4 лет. Максимум 8 лет. Хорошо поработал первые 4 года, еще на 4, потом до свидания. До свидания. Какой бы ты ни был хороший Леша Навальный или там Петя Семочкин. Неважно. 8 лет отработал, до свидания. Займись что-то, книжку пиши, занимайся спортом, развлекайся, собирай грибы, делай что угодно. Ты не можешь быть президентом. Это первое. Второе. Я сокращу свои полномочия. Меня, мою деятельность, сможет расследовать парламент, потому что я ему дам такие полномочия. Я создам независимых прокуроров, которые смогут расследовать деятельность президента. Но вы видите в новостях кадры, как комиссия Конгресса США выступает руководитель ФБР и министры, и вице-президенты, и кандидаты президента, как миленькие, с прямой камерой отвечают на вопросы, и вся Америка на них смотрит. Мы хотим такой же в России? Так оно и должно работать, но это власть, она подотчетна народу. Если есть вопросы, отвечай. Вот президент Навальный будет доступен для проведения расследования. Если вы меня заподозрите в коррупции, против меня будет создана парламентская комиссия, против меня будет работать независимый прокурор, вы объявите мне импичмент, и когда я приеду сюда пытаться вам что-то доказать, я буду здесь стоять один. Потому что свободные СМИ растерзают меня на части. Потому что просто у меня не останется никакой поддержки, и меня больше никто никогда не выберет, а скорее всего даже и посадят. Это единственный способ побороть коррупцию. Сделать так, чтобы тебя самого могли посадить за коррупцию, и я так и сделаю, обещаю вам.